Здравствуйте, уважаемые любители планерного спорта. Тут вот у меня ученик спрашивает, застрахован ли наш планер от молнии. Ну, в общем-то, нет. Поэтому валим мы отсюда. Бля, так парит. Пожалуй, сейчас будем воздушные тормоза выпускать, если так дальше пойдет. А, не, нормально, понесло. Видите, как красиво, посмотрите. Да. А, это облачный вал. Я сейчас сбоку пройду. Вот он. Вот там осадки, а это как раз вал. Вот. Оказывается, во что бы попали. Так что не так страшно. Можете посмотреть, как подсасывает воздух под грозовое облако. Оно, слава богу, пошло дальше. Не пошло на наш аэродром, который открыт. А так бы смотрелось это крайне неприятненько. А так смотрится весьма приятненько. Так что, я надеюсь, ответил я на твой вопрос? Я у тебя на YouTube посмотрю потом. Ответил ты на мой вопрос? Да, видео скучное, чего выкладывать. Хотя, может, кому-то понравится. Ну, собственно, гроза, вариометр, мы счастливые, довольные. Видите, шипит рация, это значит, в любой момент может пиздануть, стукнуть по мне. Ладно, пойдем отсюда. Действительно, нарвемся на молнию. Хочется ведь жить долго и счастливо. Ладно, всего доброго вам, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Безумие, слабоумие и отвага дождились. Ой-ой. Ой ты, бля. Вот оно, началось слабоумие и отвага. Уходим. Голубенькую ручку дерни, пожалуйста. С левой стороны воздушные тормоза. Голубенькую тяни. Она с усилием, да, с большим очень будет. Вот. Посмотрите. Жалко съебаны. Как можно чесать от грозы. О! А, ты опускаешь нос и тормоза. И да, и вот мы спокойно с тобой снижаемся сейчас. Никакого подъема у нас нету. Вот, видите? Так что любая гроза нам по колено. Хе-хей! А сзади вот осталось торжество безумной энергии. Я взял ручку. Сейчас покажу торжество. Убираем тормоза? Да, убираю. Защелкиваю. С ударом вперед. До конца. Оп, молодец. Ага. Умничка. Все, бери ручку и херач вперед, пока земля не кончится. Фух, Анилар.